розыгрышная попытка, а Петр Свергон у нас едет следующий. И Андрю, погнал! Так сразу вообще начинает, как действительно барьеров никаких разбилов, а то начал более детства, я понимаю. Правильно, ты видишь, как хорошо он сделал. Но скорока слетела во время полета, я так полагаю, что все-таки попытка была когда подрулить, может быть, этой ногой в воздухе, но не вышло, не вышло. 30 секунд сказал, у тебя есть фау, какой двойная крутилочка, дабл оверхед. Только что по плану мы должны были увидели, как он их сделал, но, к сожалению, не убьет. Тем не менее, 20 секунд у тебя есть золотые, поэтому я бы заметил, скачай сестрой, сразу полную грудь воздуха и полетел дальше. Я не прям поймал и все думал, сделать или нет, или не надо, но время было со стороны выглядело так, а в этом бастине там было самое место. 7 секунд у тебя осталось. Ой-ой-ой, какое неприятное падение, видел еще и на раскат. И тем не менее, братьев, не забывайте, пожалуйста, про спортивное поведение. Бывают и взлеты, что называется, и падения тоже бывают, и главное только как ты пройдешь.